Комплекс мер по недопущению необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги обсуждался сегодня на встрече заместителя министра регионального развития России Сергея Дарькина с главами муниципальных образований и руководителями отраслевых ведомств республики. Как было отмечено, установленные в ряде районов республики тарифы в январе превысили предельную норму. В отдельных случаях, например, в Маркинском районе, на услуги водоснабжения и водоотведения тарифы поднялись на 145%. В ряде муниципальных районов мы, так сказать, совместно с руководителем республики увидели, значит, хочу сказать, что небольшое повышение. Кстати говоря, в отличие от других, у нас два субъекта, значит, в Приволжском федеральном округе. Вот, мы их сегодня уже этот вопрос ликвидировали, значит, с 1 января повышение никакого не будет. То есть все то, что там есть какую-то копейку, кто-то гражданин переплатил, все эти копейки будут перезачтены уже в марте. Столь пристальное внимание к жилищно-коммунальной теме связано с тем, что по результатам недавних проверок в четырех регионах Приволжья, Башкортостане, Мариэл, Кировской области и Чувашии, были выявлены нарушения при начислении платежей за ЖКУ. Напомню, что предельный уровень роста тарифов на этот год составляет 10%. В итоге в тех муниципальных образованиях республики, где выявлен необоснованный рост тарифов, эти постановления будут аннулированы, а переплата в январе и феврале будет учтена при выставлении платежек в последующие месяцы. Ну а на встрече Сергея Дарькина с Леонидом Маркеловым речь уже шла об итогах социально-экономического развития региона, а также о впечатлениях федерального чиновника от республики. И кажется, вероятность поддержки программ, направленных на развитие Мариэл со стороны Министерства регионального развития России, значительно выросла. Я поражен тем, что местная власть за последние годы сделала в республике. Я хочу прямо сказать, что такого огромного, красивого, самого главного, строительства, ну, я нигде не видел, может быть, других субъектов федерации нашего, значит, так сказать, нашей стороны. Хочу сказать, что, ну, это на уровне любого столичного города. Ну, вот, это моя оценка. Я тоже немало что повидал, причем это видно, что это сделано с душой. Красиво. И самое главное, что я спрашивал, за какие цены это построено, все это очень эффективно. И, конечно, я хотел бы всем сказать, что Минрегион в моем лице, я буду всячески помогать этим проектам, потому что бывает, что просят деньги, а, значит, качество и, самое главное, эффективность использования этих денег не всегда хорошая. В Мариэл, я смотрю, это очень-очень все перспективно и хорошо. Я знаю, что готовится празднование юбилея республики. Вот, конечно, мы должны, так сказать, вместе помочь республике это дело отметить, дать сюда дополнительные федеральные деньги на эти все проекты, объекты, для того, чтобы нам еще улучшить качество жизни. Обсудили итоги социально-экономического развития республики Мариэл и перспективы социально-экономического развития, обсудили программы, которые нужно сегодня реализовывать, развитие здравоохранения, образования и культурной, и спорт, и экономику, все, что касается сегодня вопросов Минрегион развития, в том числе и жилищно-коммунальные проблемы. И у нас есть понимание и поддержка в лице Министерства регионального развития, как нам двигаться и в каких программах участвовать. Это очень хорошо.